«Что вы читаете?» Сызнымал Пайапсис. «Что вы читаете?» «Я читаю журнал». «Мен журнал оқыпман». «Я читаю журнал». «Какой журнал вы читаете?» «Сызқанаға журнал оқыпсыз». «Какой журнал вы читаете?» «Я читаю новый журнал». «Мен яңгі журнал оқыпман». «Я читаю новый журнал». «Кому мать читает книгу?» «Она кемге китап оқып берет». «Кому мать читает книгу?» «Мать читает книгу сыну и дочке». «Она?» «Оғлы ва қызыге китап оқып берет». «Мать читает книгу сыну и дочке». «Какую книгу вы хотите прочитать?» «Сіз қанаға китап оқып шықшынаға ғылайсыз». «Какую книгу вы хотите прочитать?» «Я хочу прочитать эту книгу». «Мен ұшылы китапны оқып шықшынаға ғылайна». «Я хочу прочитать эту книгу». «Что ты делал вчера?» «Сен кеча нама қылдың?» «Что ты делал вчера?» «Вчера я читал текст и писал письмо». «Кеча мен матын оқыдым, ва хат ёздым». «Вчера я читал текст и писал письмо». «Каждый день я смотрю телевизор». «Мен хар күні телевизор көрамын». «Каждый день я смотрю телевизор». «Я внимательно просмотрел на доску и увидел ошибку». «Мен доскаге диққат билан қарап, у ердаги хатоны көрдім». «Я внимательно посмотрел на доску и увидел ошибку». «Прочитай этот текст, тебе понравится». «Ушбу мәтінні оқып шыққын, сенге йоқады». «Прочитай этот текст, тебе понравится». «Пей молоко каждый день». Әр күні сүт іч. «Пей молоко каждый день». «Выпей молоко, оно очень вкусное». «Сүтіні ішіп көр, о жуда хам шырын». «Выпей молоко, оно очень вкусное». «Открой окно, в комнате очень жарко». «Ойнаны ачып қой, хана жуда хам ыссық». «Открой окно, в комнате очень жарко». «Расскажи мне, где ты отдыхал летом?» «Ёзда қайырда дамалдың, менге айтып бер». «Расскажи мне, где ты отдыхал летом?» «Не покупай этот торт, он нехороший». «Бу тортну алма, у яхши емас». «Не покупай этот торт, он нехороший». «Не открывай окно, мне холодно». «Ойнаны очма, мен соуып атепма». «Не открывай окно, мне холодно».